В преддверии светлого праздника Пасхи музей городского быта приготовил интересную экспозицию «Пасхальный стол жителей Симбирска». Музейные сотрудники, демонстрируя пасхальные украшения, обязательно рассказывают посетителям о традициях симбирян. Такие предметы, связанные именно с пасхальным столом, сейчас можно увидеть в нашей столовой комнате музейной. Это непременно пасочница, формочка для творожной массы, такого традиционного угощения праздничного. Также на столе можно увидеть и икорницу, и икра, рыба. Она была тоже традиционным блюдом, частью так называемой кали. Это старинное блюдо, похожее на современный рассольник. Особый интерес вызывает старинная глиняная форма пасочница. В ней как раз и делали Пасху – одно из главных блюд светлого праздника. За много веков рецепт Пасхи не изменился. Традиционные ингредиенты – творог и сухофрукты. На музейном пасхальном столе можно увидеть много разнообразных яиц, украшенных в разных техниках. История о покраске яиц уводит к временам императора Тиберия. По легенде, Мария Магдалина, которая принесла ему весть о воскрешении Христа, подарила императору белое куриное яйцо. Он не поверил женщине, сказав, что как белое яйцо никогда не станет красным, так и человек не может воскреснуть. Но не успел он договорить, яйцо в руках Магдалины тотчас залило. Отсюда и пошла традиция покраски яиц. Позднее к куриным добавились деревянные, шоколадные и ювелирные яйца, и цветная палитра пополнилась. Одно из таких яиц в технике декупаж нам предложили сделать во время мастер-класса. Для мастер-класса нам понадобится вот такая деревянная заготовка или скорлупа от обычного яйца, который можно купить в любом магазине. Для декупажа обязательно нужны вот такие салфетки. У нас мастер-класс авторский, поэтому мы подобрали особенные салфетки, сами разработали дизайн нашего будущего яйца. Картинка здесь небольшая, в размеры как раз-таки нашей заготовки. Пригодятся также белая акриловая основа, клей ПВА, стразы, лента, контур, ножницы, кисточки и вода. Покрываем яйцо белой основой и ждем до полного его высыхания. В это время аккуратно снимаем верхний слой салфетки, на который нанесено изображение. Выбираем понравившуюся картинку, вырезаем и приклеиваем ее к основе специальным клеем для декупажа. Только когда заготовка высохнет, можно приступить к украшению. Наносим контур серебряного цвета, приклеиваем бантик и украшаем стразами. Наше яйцо готово. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.